Доброе утро! Сегодня суббота, я проснулась в 10 часов, и мы сейчас будем завтракать или уже обедать. Ну что, мы позавтракали, собрали наших почти всех мужчин. Все, Женечка с детьми сейчас поедет в камышеватку. Так, и Гришки. Гришка понес свою чистую, да, куртку? Пока! Да вот же я ждала. Куда она лежала? А Антошка остается дома, да, Антош? С мамой будет охранять маму, да? Да. Где сынок? А ты вот его нажимай. Только они уже спят. Все уже спят? Да. Только они не спят. Мама не хочет спать. Так ты ее ложи на кровать. А сынок спит, наверное, да? Сейчас посмотрим. Нигде его нет. А сегодня опять ветер. Ужасный. Гришка нашел книгу, а то думал, что уже потерял. Блин, здесь пакет валяется, я уже вот так. Все, всех вы проводили, теперь будем за чай. Да, начнем со чая. Подвинь, а то сюда сильно. Кого? Мы приехали на обед, Антошек. Пошли здесь через калитку заходить. Мы на обед, да, сынок? Чтобы дома не готовить. Привет. Привет, Вер. Привет. Здравствуйте, Гриша. Здравствуйте. А мы не пошутили. А мы не пошутили. А мы пошутили. Анташик, мы что сюда приехали за это? Мама! Антон Сергеевич, пошлите. Здравствуйте. Все, будем борщ кушать, Зой? Да! Зеленый борщ? Да! Мы уже дома, сейчас идем опять вязать. Вот, пообедали у родни, потому что не стали сами готовить. Вернее, у нас есть что покушать, потому что сегодня утром я проснулась от таких приятных звуков. Звуков режущего ножа по доске. На самом деле, ну, это обычные такие звуки, но когда ты слышишь их утром, и вкусный запах, и понимаешь, что вообще тут супер-пупер, что-то происходит на кухне. В общем, я проснулась, а мой муж уже приготовил, так как я проснулась в 10 часов, то есть это был жареная картошка с мясом, а-ля завтрак, переходящий плавно в обед. Поэтому мы это покушали на завтрак в 10:30 где-то, вот сейчас 2:30, мы покушали обед, зеленый борщ был у родни. Вот так вот, в общем, вот такая вот у меня сегодня приятное пробуждение случилось от режущего ножа по доске. Это было вообще, мой муж просто очень это все быстро делает, и звуки, как будто дятел долбит, но, блин, я же понимаю, что это все-таки нож. Ну, в общем, было здорово проснуться и понимать, что тут что-то такое вкусное пахнет, что вкусное готовится. Вот так. Так что, ну, Сержуня любит готовить такие вот мясные, настоящие мужские блюда. То есть это не будет какой-нибудь легкий салатик, то есть такое он готовить не будет. Так что вот так вот. Сейчас идем работать. Антоха пошел играть. Шпинат мы довязываем. 150 штук будет. Да, мы, короче, сейчас к Тукуманам позвонила, сказала, что увидела овчарку. Ну да, это овчарка. Вот сейчас вот мы приехали, сейчас я даже выйду, засниму. И мне кажется, что это не Женева. Потому что, да, мордочка слишком черная. Я даже фотку, я уже, если честно, забыла, какая Женева. Но и на имя не откликается, да. И мне кажется, что это не Женевка. Какой-то здесь... Мне уже я научилась просто понимать по лицам, что это... Мальчик или девочка? Мне кажется, здесь мальчик. Сейчас выйду, покажу вам. Собака просто, по-моему, бездомная, но очень добрая. В общем, мы едем домой, потому что, скорее всего, что это не Женева. Она, ну, это собака, не знаю, откликается на имя. В смысле, бежит сюда, но какие-то команды, как выполняла Женева, сидеть. Она не... Выполняет. Ну, сейчас папе нашему еще позвоним, вот он нам звонит. Алло, сижу не... сейчас с Антоном Сергеевичем. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Мы будем пересаживать что? Цветы.
Расскажи, что мы для этого подготовили? Мы подготовили... Горшочки, да? Горшочки. Для цветов. У нас два вот таких пластиковых, и два из глиняных. Вот такой фикус, два фикуса мы будем пересаживать, да? Да. И еще у нас есть что это? Здесь у нас сверху грунт, да. Вот такой вот купленный, да? Он такой, как песок и земля. Да, он очень и мягкий. Камни. Камушки. Мы будем на дно горшочков складывать камушки. Есть еще немножко песка. Мы тоже эти камушки присыпем. Да, Антоша приготовил камушки и песок. А здесь у нас еще внизу обычная земля, которая... Кроты, в общем, ее нарыли, она очень тоже мягенькая, пушистая. Да. И поэтому мы сейчас этот грунт покупной и нашу обычную землю будем перемешивать. И вот эту смесь, да, будем сажать. Сейчас я ее туда тебе поставлю, на этот, на табуретку, да? Она такая крутая. Ходя в садик. Понедельник, не завтра. Понедельник в садик, а во вторник выходной. Все сходят один раз. Да. И будем выходной опять. А потом один день выходной, а потом еще 3 дня в садик. А потом? Потом опять выходные. Так, давай посмотрим, что же мы сделали. Я уже вытащила 2 фикуса вот этих наших. Добавила в горшочки камушки и песочек. Антоша пока перемешивает, да, вот здесь вот. В общем, так мы, я не знаю, как правильно пересаживать цветы, но вот так вот, именно с камушками, с песком и потом уже с землей, мы пересаживали в школе цветы, поэтому я тоже всегда вот так вот дома пересаживаю их. Так, все, мы пересадили наши фикусы. Будем сейчас их заносить дома и поливать. У нас уже 7 часов, а мы вспомнили с Антохой, что мы до сих пор не кушали, да? Решили сварить спагетти. Поменьше. Потоньше. Ты какие выбрал? Потоньше. Да. А потолще, когда эти съедим, потолще. Да, по очереди, да? Да, все по очереди. А ну расскажи еще, что ты сказал про маленьких, Антош? Маленьких надо уважать, а старых... Наоборот. Маленьких. Маленьких надо уступать, а... Правильно. Так кто вам такое говорил? Я сам говорила. В общем, как тут похудеть, если родня заставляет меня готовить карбонару? Я не знаю, что дальше делать. Как ее не есть? 9 часов вечера, да. Ну, мы-то после 6 не ели, а в 9 нажрёмся. Ужас, ужас. Вот это родня, которая заставляет меня. Тактические пытки. Сами в казино сидят, а меня заставляют готовить. Готовить, да. А Антоха вот не спал в обед, да, сынок? Вот человек в ужасе, как жить одному ребенку, да, сынок? Не знает, чем заняться. Говорит, мама, что мне делать? Уже и порисовал. Где твой рисунок? А компьютер-то свободен, что он не играет? Он не хочет даже в компьютер, ты представляешь? А может, затасковал? Родня, я ем карбонару, я выиграла. Ты выиграла? Да, давай. Ты ешь. Я за тебя. Антоха даже нарисовал мне рисуночек красивый, чтобы меня порадовать. Цветик-семицветик. Так, вот моя карбонара готовится. Здесь грудка. Ну, вот это был карбонат как раз-таки, чеснок. Немножечко сейчас обжарится. И будем добавлять листья и желтки. И мне кажется, что сливок будет мало, поэтому я, может быть, еще сметану добавлю. И сыр. Не знаю, родня, сейчас посмотрим. Так, в общем, вот такая вот карбонара получилась. Я еще к сливкам сметаны добавила, чтобы было побольше соуса. И сыра, и 2 желтка. Поперчила, не солила, потому что сыр достаточно соленый. Сейчас сыр тертый для того, чтобы посыпать все сверху. Так, ну что, мы пробуем карбонару. Мы худаем. Мы худеем? Ну, ничего страшного. Завтра начнем. С понедельника, да, девчонки? Правильно. Ну что, Маргарита, рассказывай, что мы сегодня будем делать? Играть.
кем? Гоголя. С Антошей, с тобой, и с Афоней, и Гриша, и... А где Гриша? Гриша? А где Афоня? У я. Да, так что мы, ты сегодня остаешься у тети Веры, да? Все будет хорошо, расскажи мне. Пока. Пока. Пока, моя дорогая. Ты еще приедешь? Потом мы приедем. Потом приедем. Потом. Да, а договорились. Ну, слава Богу, что теперь хоть потом. Завтра приедет, да? Мы утром проснемся, можем блинчиков сделать, да? Ага. Почему завтра выходной? Да, завтра воскресенье. Маму будешь целовать? Да. Я целую. Вот так умею. Мама, целуй. Ты обещаешь не плакать? Да. А не вытираться обещаешь? Да. Все, будем сейчас стелиться, да? Да. Все, Антошка пошел мыться, Маргуся уже помылась. Покажи, где ты будешь спать. Маргаритка решила здесь поспать, да? Ага. Мы ей включили ночничок. Ага. Вот здесь почему вот. Работаем вот? Вот, он будет здесь работать, да? Ага. А я включу свет, он будет работать. Нет, он и так работает, но просто сейчас его плохо видно, да? Да, вот так плохо видно, а если выключить свет, его станет хорошо видно. Да. Все, давай скажем всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Увидимся завтра на завтраке, да? Да. For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I am.